Это электрическая простынь Софи. Ее размеры 150 на 120 сантиметров. Она поставляется в упаковке, вот в таком пакетике оранжевом, с ручкой удобным. Осуществляет инфракрасный прогрев. Есть два режима. Слабый режим, где температура от 25 до 40 градусов. И второй режим, более сильный, температура от 45 до 55 градусов. Максимальная температура, она нагревается где-то за 20 минут. Есть функция автоматического отключения, очень серьезная защита от удара электрическим током, так что здесь все абсолютно безопасно. Новые технологии используются при производстве нагревательных элементов. И если у вас зимой по каким-то причинам прохладно, то очень хорошо подходит эта простынь для согревания.